Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас прокачка очередной судьбы. Идем мы на силушку 500К. Конечно, мы все судьбы не докачаем. Мы уже качнем 500К с гарнизоном. А сегодня мы будем качать деревню Вуду, Вуду Village. Здесь она называется. Тут есть, ну, как на мое мнение, два самых таких интересных героя. Это Медуза и Ворожей. Ворожей, потому что у него увеличивается количество целей, и увеличиваются базовые статы, плюс статки, которые ему нужны для того, чтобы держать лучший урон. И урон плюс Медуза, которая дополнительно будет еще замедлять. В общем, вот так вот. Профессор Рибы, ну, честно говоря, такое себе. Ну и здесь у нас три элитных героя. Есть Циклоп, Шаман и Королева Змей. По сути, у Циклопа и Королева Змей увеличение просто ее стат. У Шамана еще дополнительно одна цель появляется и режет урон хорошо. Так. Окей, поехали. Ну, что, начнем? Давайте. Циклопа мы уже качнули. Точнее, я уже качнул. Медуза у меня тоже прокачанная. Сейчас мы посмотрим ее скиллы. Профессор Риббит у нас остался. И Ворожей еще не качанные. Вот так вот. Все остальные у меня уже здесь прокачанные. Поэтому у нас сегодня будет только два героя. Поехали, начнем с Риббита. Потом я уже покажу, что можно остальным добавлять, не добавлять. Так, и поехали, качаем Риббита. У Риббита идет понижение атаки вражеских героев, но так как вы знаете, что Риббита можно практически, ну, не особо востребованный герой, его можно и не использовать, но чисто ради силы прокачать нужно. Поэтому мы качаем судьбу всем, даже ему. Если бы там у него были немножко другие статы, был бы интересный герой. А так, тратить на него, если вы тем более без доната, ресурсы смысла нет. А вот на ворожая, в первую очередь, с этой локации, плюс Медуза, если вы ей тоже пользуетесь. А и в PvP локациях, и на Архидемоне нужна. Сейчас мы к ней тоже дойдем. Только докачаем всех. Как выражая, сразу слили. Так, ну что, должно хватить нам. Поехали, откроем Риббита. Пока он у меня есть. Так. Это он должен быть в конце с его скином. Так, что мы имеем? 1200 урона. Ближайшим вражеским целям призывает левушку на 5 секунд, которая дает иммунитет на атаку на 80%. Ну, в общем, это все, честно скажу, фигня. Имеет иммунитет к разбросу. Поехали, качаем на 12 сразу же, потому что надо брать 500к на этих выходных. Чё себе, у меня даже три Риббита есть. Не будем их тратить. Надо камешков подкупить. Закончились уже. Так, хорошо. Есть. Что имеем мы теперь? 1340%. Понижает атаку на 20%, на 3 секунды. И, честно говоря, такое себе. И плюс 88 понижения. Ну, больше ничего. Вот так вот. То есть ресурсы, которые вы на него фактически потратите, будут просто потрачены впустую.
Поехали копить ресурсы на нашего ворожая. Это он так не крыло далеко поставил. Ничего себе, смотрите, какой ворожай жесткий. Просто бешеный какой-то. Жесть, мои герои не могут его убить. А что за прикол? Сто пятьдесят к отхила, что ли? Походу исцеление стоит рунами. Смотрите, даже огнекрыл слился. Жесть. Так. Поехали, надо больше, больше, больше. Надо нам золото. Единственное, это ворожай, который, в принципе, нуждается одним тоже из первых прокачки на 12 скилл, так как самое основное, я всегда говорю, это статы, у него добавляются базовые характеристики, плюс его скилл, плюс количество целей. Если сейчас посмотрим там на десятке, сколько он снимает, и покажу, сколько уже на 12 целей у него. Да, Боря, конечно, спак там улетает тоже сразу. Так, отлично. Наш ворожай, вот он, единственный экземпляр. 380% атаки, 5 рандомных целей, уменьшает скорость передвижения на 90 на 3 секунды и хилит своих 4, 1620% от атаки, увеличивает атаку на 30%. Поехали, сейчас посмотрим, что у нас будет на 12 скилле. Блин, как-то быстро беги слили. Причем беги нормальные, у меня прокачанный. Хотя там под хроном Эй, Билла и Афинка. Такс. Чем мне нравится Махатма, дальность действия скилла, блин, просто бешеная. 60% набрали. Ну и нормально слили золото, вот, и вообще в кайф фармить здесь. Так, отлично, есть, поехали дальше. Деревня Гуду. Докачиваем последнего нашего героя отсюда. Не, ворожая будем держать. 496, по сути, еще 2 судьбы идет, и будет уже 500. Отлично. Смотрим.
430% атаки, 6 уже вражеских целей, не 5, а 6. 90% так и осталось. Хилит своих 5 плюс 1 цель тоже. 1760 от атаки, 36 увеличения. Вот так вот. Ну, по сути, для ворожа это одно из топовых и нужных усилений. Так, окей. Дальше смотрим медузу. Я покажу вам разницу именно здесь. Вот она, наша медуза. Вот на десяточке 740, 2,5 и 100. На 12 810 вырастает кулдаун, не кулдаун, а длительность чар уже 3 секунды. И самое основное — это уменьшение скорости передвижений на 50. Вот так вот. Чем хорошо, вы ею еще будете больше замедлять. Вот. По поводу циклопа. Где там наш циклоп? Шаман. У шамана 66, я показывал уже. Уменьшение будет атаки вражеских героев. Циклоп просто усиление идет. То есть, по сути, бесполезно чисто для силы. И кто там у нас еще? И королева змей. То же самое. Увеличение урона 40% зональной. Все, в принципе, все. Вот такая вот прокачка сегодня. Быстрая была. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Ждите дальнейших прокачек. Всем удачи, всем пока.